Так, начинаем покраску через мокрый грунт. Сейчас я буду наносить эпоксидный грунт. Вот на вот этот протир тоже наношу. Все буду делать вовнутрь. Так что смотрим. Теперь буду наносить уже мокряк. Вот здесь, в месте, где был эпоксидный грунтик, чуть-чуть я подчухал ультрафайном. И теперь буду наносить уже мокрый. Поехали. Вот так все выглядит после первого слоя базы. Базу также я кидаю вовнутрь. И только последним слоем я буду раскидывать уже, чтобы не было вот этой границы. Буду плавно раскидывать и не буду доходить до двери. Так что смотрим, и уже я вам покажу готовый результат. Итак, база я закончил. Вот такой вот эффект получается. Все раскинуто максимально с сохранением цвета, стык с дверью. Базу наносил 2,5 слоя, и сейчас лачок, и вот готовый результат. 2 слоя лака, лак перфекот 28,00. И вот так вот, друзья, выглядит после расклейки, сушки, цвет один в один, переход раскинут очень хорошо, покрасочка получилась отличная.